24 молодых преподавателя пополнили педагогическое сообщество округа. Сразу 7 молодых учителей вошли в педколлектив школы номер 4. Новые специалисты будут работать в первой искательской школах в региональном центре развития образования. Еще 8 педагогов отправились укреплять педколлективы сельских школ в Тельвиску, Харивер, Великовисочная, Андик и Усть-Кару. Большая часть педагогов-новобранцев получили среднее профессиональное образование. 7 выпускников закончили высшее учебное заведение. По данным Департамента образования, культуры и спорта, по состоянию на август текущего года в регионе открыто еще 9 педагогических вакансий. В сельские школы требуются учителя математики, информатики и русского языка. Образовательные учреждения города принимают учителей географии, физкультуры и биологии. Всем молодым специалистам в округе оказываются дополнительные меры социальной поддержки. Из окружного бюджета молодые педагоги могут рассчитывать на подъемные, надбавку к стажевым, компенсацию платы за найм жилья. Надбавка к стажевым у всех молодых специалистов составляет 30%, для выпускников-отличников – 40%. За найм жилого помещения семье из 2 человек округ сможет компенсировать до 15 тысяч рублей. Для семьи из 3 и более человек выделяется до 20 тысяч. Единовременная выплата подъемных носит заявительный характер и составляет 300 тысяч рублей для выпускников СУЗов и 500 тысяч для выпускников с высшим образованием. Кроме того, учителя сельских школ могут рассчитывать на компенсацию оплаты коммунальных платежей.